Сейчас мы вам продемонстрируем начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 1,5 года. Кличка Джена. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Сегодня мы будем снимать видео с сильнейшими раздражителями для собак, то есть котами. В нашей школе это фишка. Хорошо, место. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Гулять. По команде гулять собака должна гулять. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. Рядом. Хорошо, рядом. При остановке сесть с левой стороны. Рядом. Хорошо. Команда рядом подается. Рядом. При начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. Хорошо, рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке и отработайте команду рядом. Затем основные и остальные команды будете подключать поэтапно. Хорошо. Рядом. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем выдержку будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первая — дача лакомства, оглаживание, команда хорошо. На первом этапе применяем три вида поощрения. Усложняем упражнение для собаки. Делаем круговой обход. Сидеть. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Обязательно не скупитесь на поощрение. За правильно выполненную команду собачку нужно поощрять. Лакомство служит поощрением для собаки. Хорошо. Рядом. Хорошо. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем выдержку также будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю, утренние и вечерние часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Сегодня мы проводим дрессировку, снимаем видео с сильнейшими раздражителями для собак, то есть это наши модели котики. Делаем круговой обход вокруг собачки, усложняем упражнения. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. Команду «место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «место» от «сидеть», «лежать» или «стоять»? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо, рядом. Молодец, красавица. Рядом. Хорошо. Молодец, работает с сильнейшими раздражителями. Рядом. Хорошо. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 1,5 года, кличка Джена, свою работу окончила. Молодцы, ребята. Джена, молодец, девочка, красавица. Джена, красотка.